Лобовое столкновение произошло сегодня около 8 утра на юго-западной окружной дороге в районе улицы Гудаванцева. Автомобиль Mitsubishi Lancer вылетел на встречную полосу и врезался в КамАЗ. В иномарке из Переславля ехала семья. Машиной управляла женщина, рядом находился ее муж, а на заднем сидении дочь и внучка. Все были пристегнуты и остались живы, но получили серьезные травмы. Пассажиры выбрались из авто с помощью врачей, а вот женщину-водителя городским спасателям пришлось вырезать. Удар был настолько сильным, что иномарка буквально сложилась гармошкой. Okay.